Хайрли кич, хурметли, тамаши шилар, мехтарям кунаклар. Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые гости. Добрый вечер, дорогие друзья. Приветствуем вас на праздничном юбилейном концерте ведущей солистки Татарской государственной филармонии, народной артистки Республики Татарстан, очаровательной певицы Резиды Галимовой. На протяжении 20 лет, являясь солисткой Государственного оркестра народных инструментов Республики Татарстан, Резида Галимова принимает участие во всех концертных программах нашего оркестра. Концерты, которые проходят и в Казани, и в Республике Татарстан, и в России, и за рубежом. И сегодня в этот знаменательный праздничный вечер рядом с ней ее любимый родной коллектив. Сегодня в концерте также принимает участие известный пианист, народный артист Республики Татарстан Владимир Варшавский, с которым певицу объединяет многолетняя творческая дружба. Дорогие друзья, в преддверии волшебных рождественских новогодних праздников прозвучит одухотворенная музыка Петра Ильича Чайковского из новогоднего балета «Щелкунчик». Знаменитый вальс цветов в исполнении Государственного оркестра народных инструментов Республики Татарстан. На сцену приглашается художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист России, лауреат Государственной премии Татарстана имени Габдуллы Тукая, профессор Анатолий Шутиков. Встречайте. Thank you.
Музыкальная биография Резиды Галимовой началась в Нижнекамском музыкальном училище. Именно там прошли ее первые концертные выступления. Вокальное мастерство певица совершенствовала в Российской академии музыки имени Гнесиных в классе профессора Елены Борисовны Оболенской. За многие годы успешной концертной деятельности Резида Галимова завоевала, покорила сердца тысяч слушателей Казани, Альметьевска, Набережных Челнов, Уфы, Ульяновска, Москвы и Санкт-Петербурга. А география ее зарубежных выступлений представлена такими странами, как Германия, Франция, Италия, Чехия, Финляндия, Турция, Казахстан, Португалия, Южная Корея и Соединенные Штаты Америки. Концертную программу продолжает музыка Сергея Рахманинова. «Здесь хорошо» поет народная артистка Республики Татарстан Резида Галимова. Для поздравления певицы на сцену приглашаются наши почетные гости. Первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Эльвира Рафаэловна Камалова. Директор Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Заслуженный работник культуры Республики Татарстан Кадим Назырович Нурулин. Рахим итегез, сахна турына, пожалуйста, уважаемые гости. Хайрликиш, кадырлы дуслар, уважаемая Резида Кулыкмановна, вслед за Рахманиновым могу сказать, как хорошо здесь сегодня в зале, потому что Резида Галимова – одна из ведущих певиц нашей республики, и Бог ее наградил исключительным талантом и исключительной гармонией. Она обладательница очень красивого сопрано, очень мощного сопрано. Это, конечно, дар свыше. Она очень красивая женщина, она очень интересная актриса. Она очень хороший товарищ и друг. Вот так вот все в гармонии, настолько ярко и точно Бог расставил все свои точки в этой прекрасной женщине, в этой прекрасной певице. Дорогая Резида ханум, от имени Министерства культуры Республики Татарстан и от себя лично, конечно, я хочу вас поздравить с этим замечательным
праздником, не назову юбилеем этим праздником. И я рада, что есть возможность прекрасно сегодня здесь сказать, насколько мы вас любим, что у вас огромная армия поклонников, о том, что очень многие люди, зная сегодня, что я приду сегодня на этот вечер, передавали огромные приветы музыканты, вокалисты, музыковеды, исполнители на народных инструментах. Я даже не знала, что у вас действительно такая большая армия поклонников. Поэтому, конечно, большое искусство, высокое искусство и высокое отношение и преданность к профессии, многолетняя, очень творческая жизнь. Вы, конечно, очень счастливый человек. Позвольте зачитать распоряжение президента Республики Татарстан за большой вклад в развитие музыкального искусства, многолетний плодотворный труд, объявить благодарность президента Республики Татарстан Галимовой Резиде Лукмановне, артистке-вокалистке Государственного оркестра народных инструментов Республики Татарстан, Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Татарстан, Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая, президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Миниханов. Бахатлы Булавас, будьте здоровы, будьте счастливы, радуйте нас новыми программами, новыми интересными решениями и классики. Резида Лукмановна – прекрасная исполнительница татарских романсов, одна из лучших исполнителей татарских романсов. Ее репертуар всегда очень правильный, он очень всегда высокохудожественный и очень профессиональный. И, конечно, пользуясь случаем, хочу всех присутствующих поздравить с наступающим Новым годом, пожелать всего самого-самого лучшего. Будьте счастливы, рахмет. Хайрлекен мөхтәрәм кунакларыбыз, хөрмәтле Резида Лукмановна. Можно, конечно, очень много говорить, но, знаете, сегодня такой вот интересный день, 10 декабря, суббота. И вы знаете, мы праздник Резиды Лукмановны, поздравлять ее начали месяца два назад. Вот в этом зале, на этой сцене, с нашим замечательным оркестром вместе. Резида Лукмановна принесла торт, здесь пили чай, но чай и пить ей было. Но все было как полагается. И вы знаете, вот просто так еще не бывает, оказывается. Когда мы спохватились за юбилей, то долго искали число. Чисел как-то не было, потому что в этом году два юбилея у этого оркестра. Это Анатолий Иванович, 70 лет, и вот 17 лет Резиде Лукмановне, да? И так получилось, что мы как бы внимание направили туда, и вот когда спохватились, получилось вот так. И мы выбрали 10 число. Я вернусь к этой дате, но про Резиду Лукмановну хочу сказать. Она замечательная коллега, она имеет друзей не только в культуре и во всех аспектах. Будь то спорт, будь то такие профессии, заводские рабочие, там не знаю какие только. И Резида Лукмановна умеет дружить и дарит свою вот то, что она умеет, дарит нам всем радость. Дальше она много раз защищала не только республику, но и Россию, и перед зарубежными зрителями. Она выступает, всегда держит высокую планку, задает ее. И я думаю, что сегодня, если мы как бы посмотрим на ее трудовую книжку, она 19 лет работает в одной филармонии с данным оркестром, и все эти годы она только делает карьеру только вверх-вверх, давая этим самым самую высокую планку. Да. И вот, возвращаясь к 10 числу, вот мы так привыкли, как только наш день рождения, приходят гости, различные наши близкие, и начинают нас хвалить. Но я вообще думаю, что в том, что мы родились, нашего участия очень мало. Это прежде всего наши родители. Поэтому сегодня вот день именно так совпал, мы сами этого не знали. Оказывается, сегодня день рождения мамы Резиды Галимовой. Поэтому я один букет, с вашего позволения, дарю Резиде Лукмановне. И второй букет Эльфии Зайнуловне. Где здесь она?
Спасибо большое нашим уважаемым гостям. Действительно, сегодня в зале, в концертном зале филармонии присутствуют близкие, семья, родные певицы. И действительно, сегодня 10 декабря, у мамы Резиды Галимовой день рождения. Мы желаем Альфие Зайнуловне долгих-долгих лет жизни, здоровья, благополучия, счастья. Бахетле булыгыз, ызынгымырле булыгыз. Хурматле Альфия ханым. И я хочу сказать, что этот концерт, юбилейный концерт, Резида Галимова посвящает своей маме. Для поздравительного слова на сцену приглашается министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Александрович Леонов. Пожалуйста, просим вас. Дорогие друзья, добрый вечер. Давайте просто поаплодируем этому прекрасному вечеру. Какая-то потрясающая атмосфера вот в этом уютном зале, за что просто отдельное спасибо руководству зала. Такой зимний, настоящий, такой даже, я бы сказал, семейный вечер. Да, и сегодня мама вот здесь. Давайте маме просто тоже отдельно. Потому что, ну, это не бывает случайностей. Резида, я на самом деле с вами так немножко заочно знаком, да, больше с вашими родственниками, там, по спортивной линии, но всегда, находясь с ними в компании, о вас я слышал, я на самом деле давний поклонник вашего творчества. И то, что вы исполняете, я могу единственное сказать, и даже, вот сам тоже волнуюсь, как и вы, заверить вас, что вы сегодня наравне с какими-то топовыми спортивными клубами, какими-то известными людьми, тоже символ Республики Татарстан. Вы символ, вы
просто потрясающая женщина, вы талантливая, вы грациозная. И вот мы сегодня долго думали, там, какую ведомственную награду, что же, как вас отметить, у вас все есть, да, сегодня там президент вас тоже поздравлял, получается, через тот документ, который вот сегодня был зачитан. И вот я сказал уже о символе, вы, конечно, как вы выглядите, вы для нашей молодежи просто звезда. И поэтому мы долго-долго думали и придумали. Почетной грамотой награждается Галимова Резеда Лукманова за заслуги в области молодежной политики. Мы, люди из спорта, не такие многословные, как люди культуры, вот, поэтому вот, разрешите еще раз вас поздравить, пожелать всех-всех благ, чтобы всегда была гармония и в музыке, и в быту, и в работе. Вот, и вам просто хорошего вечера, еще раз вас поздравляем от всей нашей спортивной и молодежной общественности. Спасибо огромное. Благодарим вас за ваши теплые искренние поздравления. Прозвучит в нашей программе еще один известный романс. Музыка Михаила Глинки, слова Александра Пушкина «Я здесь, Инна Зилья». Я здесь, Инна Зилья, я здесь под окном, обьет усилия, и мраком, и сном исполнен. Одно поздравление в нашей юбилейной программе. На сцену приглашается начальник управления культуры исполнительного комитета города Казани Азат Искандарович Абзалов. А также начальник службы по связям с общественностью ООО «Газпром Трансгаз Казань» Гузалия Талгатовна Минкина. Рахимитегез сахне турине мухтарем кунакларыбыз. Пожалуйста. Дорогие друзья, Харли Чишлер, дорогая Резеда, ни для кого не секрет, что у вас нет ни соперников на сцене, у вас нет конкурентов, у вас только друзья, поклонники, и тому свидетельствуют те нескончаемые аплодисменты, которые сегодня звучат в зале для вас. Прежде всего, конечно, хочется сказать о вашем прекрасном таланте, о вашем прекрасном голосе. Вы обладаете, вернее, доносите до нас искусство бельканто, до нас, да, растапливаете наши души своим голосом. Это прекрасное искусство, когда вы своим голосом проникаете в наши души. Это потрясающее ощущение. Я думаю, все сидящие в зале могут присоединиться к моим словам и подтвердят, что от того, как прозвучит очередная песня,
с замиранием мы просто сидим и слушаем. Ну как же такое вообще возможно? Вот сейчас с Кадым Назырчем сидели. Ну невозможно так петь. Вы просто богиня. Позвольте передать слова благодарности и приветствия от мэра Казани Ильсура Чемечина. Он передал очень теплые слова, поручил поздравить, обязательно пожелать счастья, творческих успехов, благополучия и передал личный большой привет. Спасибо. Вот это благодарность. Да. И небольшой подарок, я думаю, он будет в самом теплом месте и напоминать о Казани, о мэрии Казани, потому что мы всегда знаем, что вы наш лучший друг, ну и надеемся на взаимную симпатию. Спасибо. Я несколько слов. Уважаемая, красивая, бесконечно преданная нашей республике, сегодня вот такая именинница Резеда Лукманна. Мне выпала очень огромная честь и ответственность от имени всех газовиков нашей республики, от имени генерального директора нашего предприятия Кундюкова поздравить вас с юбилеем. Когда я сюда шла, генерально говорил, сумей передать восхищение вами, вашей красотой, вашим талантом, вашей бесконечной радостью и вот такой улыбкой. И я очень-очень стараюсь, и я надеюсь, что все равно не смогу то, что он написал здесь, и сам лично подписался, каждую запятую смотрел, правильно, неправильно, и неоднократно вам звонил, вчера звонил и говорил, да, она достойна того, что сегодня она делает все для того, чтобы мы радовались. И давайте сделаем так, чтобы ее радость, которую она дает нам, была и для нее. Я преклоняюсь перед вами, все преклоняются перед вами. Пусть еще впереди будут столько дней, столько ваших новых песен, новых произведений, чтобы мы с радостью сказали, как здорово, что вы рядом с нами, а мы с вами. Сізге Афияханум Бирзур Рахмат, на шунды матур қызығыз, шунды шибай қызығыз, шунды талатлы қызығыз үшін. Міне кеше түгіл, ихтаға түгіл, именно бүгін сізнің туған күнде на шунды матур бәйрем, ол сөз де жоқ шуңға. Шуның үшін сізге сәлеметлік, тынышлық, хар вақытта да қияш болып тұрсын. Сізге Бирзур Рахмат, міне қалағы жазып үшінізді. Спасибо большое нашим дорогим гостям. Очень трогательные поздравления, прям до слез. Спасибо большое. Еще один музыкальный подарок от нашего юбиляра. Знаменитый концертный вальс «Поцелуй» композитор Луиджи Ардити. Ti direi mille, ma
sulle labbra, se potessi dolce un bacio ti darei, dolce un bacio ti darei. Народная артистка Республики Татарстан Резида Галимова. Спасибо большое, дорогие друзья. Ну а мы продолжаем юбилейную программу. Сейчас в исполнении Государственного оркестра народных инструментов Республики Татарстан прозвучит прелестная жемчужина татарской музыкальной классики — свадебный танец из балета Фарида Ярулина «Шурале».